сегодня хочу рассказать вам о безумно красивой мятной коляске. Это Карелла Глория. Особенность ее в том, что у нее есть глубокий капюшон, который защитит вашего ребенка от холода и ветра. В комплекте также идет солнцезащитный козырек. Обратим внимание на поверхность. Подножка у нее регулируется, она сделана в эко-коже, чтобы ваш ребенок не испачкал обувью поверхность, и вы просто можете протереть ее тряпочкой. Спинка хорошо откидывается в лежачее положение. Ее можно использовать как для новорожденного, так и для малыша постарше. В комплекте подстаканник, большая корзина для покупок, есть расстеганный красивый чехольчик на ножке, и в комплекте идет дождевик. Обратим внимание на колеса этой коляски. Идет плавный ход, плавное вращение, что делает коляску более маневренной в магазине и на кочках. Лежачее положение очень широкое, 80 сантиметров. Вы можете положить сюда даже крупного, большого ребенка. Есть смотровое окошко. Мама может наблюдать за своим малышом. Оно на липучке. Конечно же, у коляски очень компактное складывание. Вы просто нажимаете на кнопочку, и она переворачивается сюда и превращается в чемоданчик. Механизм складывания называется книжка.